Чебоксарах осветили обновленную часовню равноапостольных Константина и Елены по проспекту Мира. Церемонию провел митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Часовню по проспекту Мира построили по инициативе и на личные средства заместителя главы города Чебоксара, генерального директора компании «Объединенное железнодорожное хозяйство» Виктора Горбунова. В 2014 году заложили фундамент. В мае 2015 года была готова центральная часть с куполом. А теперь пристрой, или по церковной терминологии, предел западной части. Технология и проект этой часовни, строительная часть, она спроектировано таким образом, что мы будем поэтапно нашу часовню превращать в маленький храм. Следующий, третий этап обустройства этой часовни, а это алтарь, который мы планируем в следующее лето выстроить. Проект часовни согласован с главным архитектором города и митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Часовня построена, и она будет стоять долго, и люди будут приходить сюда, молиться здесь и поминать тех людей добрым словом и молитвой, кто постарался построить эту часовню. Глава столицы Чувашии Евгений Кадышев и депутат городского собрания в этом округе Наталья Ванеркина отметили, с просьбой построить церковь или часовню часто обращались избиратели района. Не каждый год даже у нас открывается церковь новая. Здесь нет поблизости такого вот места, куда можно спокойно в шаговой доступности прийти, стоять, помолиться. Очень приятно, что сегодня была освящена вторая часть к храму, к будущему храму. Местные жители уже могут приходить на службу, посещать этот храм. Службу для прихожан проводят каждый четверг. Мы все так рады, чтобы у нас в нашем микрорайоне построена вот такая церковь. Я хожу в наш собор новомучеников, это на тракторостроителей, но там очень суетно, там очень много людей. А вот здесь вот так тихо, так по-домашнему, эта церковь построена с такой любовью. Здесь каждая иконочка вот такая вот, она подарена хорошими людьми. В дар часовни икону передал и владыка Варнава.